Всем привет! Это Северный Степной Крым. Сегодня 30 у нас мая 2023 года. Смотрите, как пчелы работают. 25 градусов в тени. Тучи. Плотное, солнца нет. Дождя тоже нет. Земля мокрая. Но уже это. Так, протряхло. Более-менее. То есть ночью был дождь, вчера вечером снимал, был дождь. Ночью с перерывами такой затяжной был. Сначала ливень прошел короткий, а потом такой затяжной дождик перерывами поливал. Ну, целый день дождя не было у меня. И вот такой вот взяток идет, смотрите. Вот что значит, когда глядище отдает. Ух. Труточки тут летают. Аромат стоит, просто словами не передать. Ровно 25 градусов в тени. Выше не поднимается. Температура идеальная просто для... Температура для медосбора. И после дождиков влага пошла. Выделение идет, глядича. Еще... В самом расцвете сил, как говорится. В общем, будет мед за глядище. Всем пока.